Всем привет-привет, ребятки! Всем доброго утречка, с вами Флешка, и это женские игры, и я подумала, что не к чему затягивать прирол, все равно все потом потянутся. А мы начнем вспоминать кнопки. Вот, потому что... Зачем? Доброе утро, Коля Андреев, здравствуй, Костян, много-много дня, здравствуйте, Максон Ди. Максон Ди, наверное, Максон. Ну вот. Здравствуйте, все луркающие. Мы уже начали, вот внезапно. Я сокращаю время прирола, потому что, ну а зачем? Зачем? Мы все равно потом все потянемся, вот. Все, кому это интересно. Кнопки это нужные, кнопки это очень нужные. Да, и давайте сразу к игре, потому что остановились, да, мы серьезно на таком... Между моментие, поэтому нужно сейчас повспоминать кнопочки хорошенечко. Что же я всегда тебя-то трогаю? Звук. Наверное, как-то так. Может, даже так. Не знаю. Вы скажете, если игру совсем слышно не будет? Потому что я... У меня всегда то слишком громко, то слишком тихо. Так, и у нас пройдено, заметьте, у нас пройдено 46%. Это замечательно, это меня радует, это значит, что я движусь в правильном направлении. На меня волосы мои нападают. Погнали. Значит, что мы, где мы? Мы где-то в песчаном биоме. Нам вообще туда надо, нам туда рано. Кто знает, и не надо, Костян, не надо, вот, просто пускай тебя тешит мысль, что газон будет красивый потом. А, мы дома. Тогда я вообще не помню, что мы собирались делать. Мы собирались сюда вернуться, чтобы подняться сюда наверх? А смысл туда подниматься наверх? Драгон Тенсей. Тенсей. Здравствуйте. А здесь у нас что? Нёп. Здесь у нас... Случайно не точка переноса? Нет. Так, у нас есть пёрышко. Мы искали огоньки, точно. У нас есть пёрышко, и мы в прошлой этой говорили, что пойдем сюда и попробуем пощекотать... пощекотать что-то. Пощекотать что-то кому-то. Поэтому сразу погнали. Нам нужно собирать, да, все древние огоньки, чтобы они... Ой, я что-то сломала. Что-то сломала и получила за это деньги. Надо собирать все огоньки и оживлять нашу няшечку. У меня 500 денежки. 500 денежки это мало. 500 денежки это даже к этому торговцу можно не обращаться. Я что-то какие-то цветочки собираю, да? О, шишки. Теперь здесь красиво, здесь теперь постоянно что-то растет. Мы в правильном направлении идем. Да. Сюда наверх, а потом туда еще раз наверх. Ей. Три прыжка. Это я вспомнила. Догнать и убить. Это я тоже вспомнила. Здравствуйте, Мэтч. Я прям чувствовала, что стрим будет сейчас. Как раз по каналу на ютубе твоему лазал, смотрел, что нового. Новое будет после стрима. Вот. Когда у нас стримы. Так, это я летаю. Парю, хорошо. А это я отбиваюсь. Вот. Вспоминать кнопки. Тут нужно наверх. Прям... Или не здесь? Еще не здесь? Нет, еще не здесь. Так. Ай! Я вместо того, чтобы прыгнуть, притянулась к ней. Отлично. И отсюда еще наверх. Еще в вершее. Вот. Супер. Рипы у Вани.
И не было еще рипов. 6. Медведь. Да, мы будем щекотать медведю все, что достанем. Что опять? Здесь живет великий Баур Ори. Он устал от долгой зимы, которую принес в его владение упадок, и теперь спит. Но память леса еще хранит в себе весну. Может, и Баур о ней вспомнит, если выйдет его разбудить. Выйдет, выйдет. Только нужно навык. С этим Моки мы уже говорили. Дружище, да ты храпишь. Нам нужно взять вот так, я помню, зажать. И тащить вот этот навык. Да, оно сработало. Хорошо, хоть не с соплями чихнул у нас. И у нас открылась новая территория. Я прям сразу уберу отсюда навык, потому что я больше этим навыком пользуюсь. Привет, Баур. Весенний птих. Аллергия, все такое, цветение. Мне снилось, что ты придешь, дух. Но уже поздно, в этих краях царят лютый мороз и стужа. Весеннее тепло дремлет под толщей льда на вершине горы. Здесь нечего делать, только спать. Дружище, ты не прав, у меня есть теплый суп. У нас же есть теплый суп? Вот, у нас есть движение сюда и движение наверх. Я бы, конечно, попробовала сначала наверх. Но здесь очень красиво. В отличие от тех... Какая-то висюлька. Вы видели там висюльку? Мне кажется, что мы еще не можем этой висюлькой пользоваться. Здесь, видимо, навык какой-то нужно нащупать, чтобы притягиваться к этим висюлькам. Или попробовать в нее стрельнуть. Давайте попробуем в нее стрельнуть. Нет. Это не тот вариант. Хорошо. Ори из двух частей. Ну, как бы я бы не сказала, что это части. Ну, хотя да, это части. А тут я не допрыгиваю. А тут допрыгиваю. Вот так вот. Не, реально, эти висюльки, похоже, что-то нужное. И их нужно то ли размораживать, то ли что. А здесь куда? Давайте отхиляемся. Там есть проходик куда-то в сторону еще. Узкий такой. Не допрыгнула. Мне кажется, что мне сюда тоже еще рано. Как так-то? А здесь нужно поднять. Сломать я здесь не смогу. Здесь нужно поднять. Очень интересно. Я по этой штуке сползла. Звук был просто отвратительный. Так. Вот та подушечка сверху, скорее всего, от нее можно будет отпрыгивать потом. Ау! Кто? А ну давай еще раз. Окей, не хочешь еще раз? Ай, я... Блин. Я могу туда допрыгнуть, наверное. Что это было? Это кто-то харкается в нас. Вообще. Бессовестники. Как так можно? Так себя не ведут в воспитанном обществе. А почему я не могу с этой штуки спрыгнуть? Я хочу туда... Короче, нам сюда рано. Нам сюда рано, и теперь я тогда не понимаю, куда мне идти и что мне делать. Моя не понимать. Я теперь могу плавать в песке, могу забрать здесь вот эту маленькую вкусняшку, но я немножко растеряна.
Здесь дают задание. Вот, разлетелись огоньки. Здесь у меня точка интереса появилась. Но как туда попасть, я не особо понимаю. Видимо, как-то через здесь. Ну, в песках же что-то есть. В песках. А мы открыли все, куда можно заглянуть. Вот здесь что-то есть. Но я туда не могу попасть. Или сюда еще попробовать. Короче, все очень сильно непонятно. Но можем попробовать сюда и допрыгнуть до верха. Но это не факт. А можем сюда перенестись. И посмотреть, что там за дорожка снизу. Я немножечко растерялась. Меня напрягает то, что... Мы открыли, но там задание висит. Задание висит там, где нам его дали, а не там, где его нужно выполнять. И вот это меня постоянно сбивает с толку. Вот, тут можно вниз. Ай! 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 А, тут просто вкусняшка. Тут просто вкусняшка. Я думала, тут путь какой-то другой откроет. И тут что-то кряцает, как будто меня хочет съесть. Что здесь происходит? Звуки противнейшие. А, там это, красотка. Крысотка, чтобы не сказать. Давайте попробуем вот сюда вниз пробраться. Точка интереса. Я не играл, поэтому предполагаю. Так. Вспомнить, что через эти шарики можно лететь. Мы можем вот туда вниз пойти. Вот. Вот туда и отправимся. Не знаю, зачем здесь этот кусочек. Так, тут... Больно страшно. Куда дальше? Сюда дальше. А, здесь... Угу. Здесь мы будем сейчас драться. Ну, давайте. Боевое святилище, это отлично. Лапонь коня. Скарфейс, здравствуйте. Ай. Иди сюда ты, жучар. Блин, я не успеваю в него... Вот. Вот что я не успеваю. Меня бьют. Ай. Ой. Все очень плохо. Я что-то расслабилась. Мне кажется, что боевую штуку в начале стрима это не лучшая идея. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Бить. Больно бить. Ай, всех бить, кроме себя. Я умерла. Ой. Ну, нос чешется, капец. Тиксаманейди. Здравствуйте. А чё не кубы? Потому что по четвергам у нас не кубы. Как-то так. Так, попытка номер два. Надо будет сейчас не растеряться. Вот тут и посчитаем смерти. А так. А вот когда я вспомнила кнопки... Ай. Нет, ну не надо так, ребята. Комары. Лето еще не началось официально. Рано для комаров. Ух ты, вкусняшка. Иди сюда. Я ж к тебе притянуться могу. Ты что думал, что я такая... Как они орут, просто капец. Да дай себя перепрыгнуть-то, козявка. Так, мне нужно хильнуться. Еще хильнуться. Ай! Так, с этими разобралась. Но не с одним. Не со всеми. Не с одним, не со всеми. Флешка и говорить. Я ж могу притянуться. Почему я не притягиваюсь к нему? Ау, убили. Не досмотрела. Это перед пьянкой нос чешется. Хотя, в принципе, да, четверг все-таки.
Пятница уже близко. Так, что-то я вообще... Что-то я вообще... Попытка номер два. Ай. Так, хорошо, с этим справились. Кто еще? Там еще комары должны быть, да? Кого я не добила? Как-то мало комаров было. А, ты? А что ты на меня не реагируешь? Как я притягивалась к ним? Сначала разберемся вот с этим. Воу-воу-воу-воу-воу. Ау! Так. Вроде бы все, с этим разобрались. Чуть-чуть хильнуться, а теперь к этим красавцам. Ребята, серьезно. Я же маленькая, а вы смотрите, какие огромные. Хиляться. Так, минус один. Вы знаете, я вот не умею в это... доджить вот эти их атаки. Нет, я иду просто на пролом. И это не всегда... Ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Это отвратительно. Возможно, их нужно из лука мочить. Но это не точно. Вот опять комар. Ай, не комар, а паук. И я не понимаю, почему я не могу... Уху-ху-ху-ху. Ребят. Тихо. Завелись-то как? Это вообще нормально? Так. Не туда. Почему ты не притягиваешься? Я не понимаю. А, потому что кнопка не та, флешка. Сообразить, что кнопка не та? Нет. И вот, ей, танкуешь, да вообще. Дихлофосами. Да, четверг это маленькая пятница. Разогревочная теперь пятница. Мы получили улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. И это замечательно, потому что у нас как раз есть... те, которые я хочу использовать. Я тогда взяла вот этот секрет, видны секреты, но убрала вот этот. Вы получаете меньше урона. Вот, поэтому мне так больно было. Отлично. Точка интереса мы разобрались, но куда идти по сюжету, я так и не поняла. Не пятница, а тяпница, это важно. Мы вот тут вот кусочек не пропрыгали. Но я, честно говоря, даже не знаю, что там есть. Отлично, отлично. Здесь у нас секретка светится. Здесь мы походили. И мне кажется, я вот здесь могу куда-то продвинуться. Что такое? Да нет, голос вернись, я все прощу, называется. Что происходит? Мы можем вот здесь, мы, кажется, с лягухой поговорили, она куда-то отправилась, и у нас должен открыться здесь проход вниз. Можем попробовать сюда отправиться. Только я не вижу тут какого-то... Ну вот это самый ближний. Вот этот самый ближний, на него сейчас прыгнем. И там была лягуха, она тоже пошла что-то искать. Она сказала, что мне поможет. Вот, раньше она просто сидела над этим проходом, и я никуда не могла оттуда двинуться. Теперь попробуем. Значит, Мишку мы прогнали, но... здравствуй, Месси. Мишку мы прогнали... Ух.
но это нам не особо что-то дало, потому что, видимо, в этом снежном биоме мне нужен какой-то навык. А здесь у меня есть надежда, что я таки смогу куда-то продвинуться. Я вниз иду, не стреляй в меня. Еще ниже. Еще ниже. Па! Ты должна взорваться. Вот так вот. Тут лягуха сидел еще дальше. Ай! Вот так вот. Больно бьют. Вот, тут сидела лягуха. Лягуха же или нет? Опа! Наконец-то! Когда ты пришла, тьма, Кволок отправил Моки в заросшие недра на разведку. Но врата оказались закрытыми, а теперь Кволок отправил нас открыть их. Все потому, что внизу заплутал огонек, прямо как твой. Махонький. Перевод. Сиротливый. Или сиротливый. Сиротливый, наверное. Там темно, но ты его найдешь, если будешь сиять ярко. Стараюсь. А, мы... Нет, это в пещере. Кажется, они что-то сломали. Будем тебя ждать и держись от тьмы подальше. Она скользит. Она поглощает. И что вы мне предлагаете делать? Она скользит, она поглощает. От какой тьмы мне держаться подальше? О, денежка. Ай. Ай, шипы. А. А. Ай, все шипы еще поймаю на себя. Так, эти, когда умирают, взрываются противнейшие. Хорошо, уже какое-то новое место. И это отлично. И это отлично. Ой! Вы это видели? И ты противная. А сюда я не допрыгну. Или... А, нет. Я туда не понимаю пока что, как запрыгнуть. Что происходит с этими штуками? Как ими пользоваться? Непонятно. Как пользоваться этими выпрыгивающими штуками? О! Здесь глаза леса погрязли в беспросветной ночи. В этих лесах всегда было темно, но из-за упадка тьма стала гуще и опасней. И что? Что за тентакли? Сама в шоке. Как вообще ею пользоваться? Там какая-то бубулечка, какой-то жучок в пузырьке. Я могу запрыгнуть на тебя? Да. Опа. Опа. О, это уже интересно. Я могу запрыгнуть на... Но здесь музыка нагнетающая. Вы слышите музыку? Руду мы нашли, это замечательно. Руда, это великолепно. Так, значит, по этим штукам я могу ходить. Хорошо. Что мне это даст здесь, конкретно? Конкретно здесь что? Ай! Что это в меня влетело? О, привет! Вы что, тут самоубиваетесь, а мне прилетает денежка, да? Мне нравится. Я за. Так, я бы очень хотела допрыгнуть до сюда, но я не понимаю особо как. Ага, вот так. Хорошо, хорошо, додумалась. Флешка умничка. Флешка иногда додумывается, но не всегда. Как я уже говорила, догадист. Догадалась. Хорошо, эти все вкусняхи мы собрали. Пошли дальше. Нам дальше вниз. Вниз страшно. Темно.
но, видимо, конкретно вниз и нужно. А можно попробовать вот сюда? Что это такое? Мы выпустили светлячка! Видимо, светлячок нам нужен, чтобы освещать. Опа-па-па. Становится темно? Светлячок погас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я поняла! И что, мне теперь возвращаться за светлячком? Или не идти туда? Не, ну там явно какая-то вкусняшка. Значит что, нам нужно вернуться наверх. Он не погас, он улетел. Да. Хорошо. Не сюда. Вот так вот. Ну давайте тогда попробуем поспешить за светлячком. Давай, лети. Так, пока ты долетишь, я убью этих паразитов. И буду идти за тобой. Я буду идти за тобой, да. Ай, тут вода. Я не знаю, она добрая или нет. Да стой, постой! Светлячок! Нет! Я поняла, ключик. А этот куда будет лететь? Пожалуйста, я не успеваю, дружище. Хорошо. Я ж не вижу, куда лететь. Миленький, хорошенький. Вот, спасибо, мы забрали ключ. Видимо, где-то здесь будут врата. Блин, сохраниться бы, капец. Страшно, ужас. И там еще можно было в воду нырнуть. Но как же нырнуть, если там... Возможно, мы в конце потом победим тьму, и можно будет свободно здесь гулять. Вот, пока что нет. Вот, врата. На вратах всего лишь два ключа. Мне не показывает, где второй ключ. Значит, нам нужно вниз. Нет, нет. Давай. Куда-то вот так. Спасибо. Крылышки какие-то. Мошки, мушки. Ил. Тут я заряжаюсь светом, да? Да, я тут заряжаюсь светом. Ой, мне не нравится. Ой, мне не нравится, ребята. Ой, капец, мне не нравится. И тут свет. А куда дальше? А он тухнет или нет? Или тут... Мне сложно проходить, даже когда я вижу весь уровень. И его на карте вижу. Я все равно иногда не могу понять, куда идти. А тут темнота полнейшая. И... Ай! Нужно было быстренько к этой штучке лететь, да? Привет! Дальше, дальше! Есть! Есть второй ключ! Привет, дружище! Ты мне поможешь? Да тут можно и не стараться. Ух-ух-ух! Поняла. А, нет, не поняла! Все, теперь поняла. Да, иди сюда, палочка! Палочка, иди сюда! Блин, я упустила светлячка. А тьма вообще ваншотит. Давай. Так. Мне кажется, я сейчас вообще контроллер в камеру засуну. Как мне это сделать? Хиляться вообще смысла нет. Иди сюда. Вот так вот. Да-да-да-да-да. Ори! Дурашка мелкая. Вот. Слишком много контроллера движений.
Так. Все, тут уже светло. Ух. Ай. Ай, ты кто такой вообще? Ты кто... А, все, я вспомнила, кто ты такой. Блин. Это капец как страшно. И непонятно. Капец как страшно и непонятно. А там я вижу паука. Здравствуй, паук. Тут темно, я туда не пойду. А что, тебя убить нельзя? Можно. Так, в темно не пойду. Пойду наверх, куда светло. Привет. Все пытаются меня сожрать. Он злой кусь. Я не хочу злой кусь. Ух ты. А можно было и так, да? За... Что мне это дало? Я не знаю. А? Не, вверх. К нему подтягивайся. Я не к тому подтягиваюсь. Вот. Еще разочек зацепить гнездо. Зацепить гнездо, я сказала. Вот, зацепить гнездо. Отлично. Не знаю, насколько это отлично, но зацепила гнездо. Иди сюда. Я поняла, нужно было на палочку запрыгнуть. Так, мы дверь открыли. Наверное, в шахте точно такая же механика. Я не видела в шахте вообще ничего, кто там кто мог светиться. Походу, нам нужно здесь пройти, получить какой-то навык, куда освещение, и тогда мы сможем по шахте двигаться. Виньямина, к сожалению, с нами сегодня нет. Я не знаю, зачем я сюда полетела. Тут я дырочку тоже какую-то сделала, и там что-то есть во тьме. И что мне делать? А как вы мне предлагаете тут спуститься? Вот я вижу дырдочку. И что мне делать с этой дырдочкой? Я не сильно понимаю. Ай. И тут есть дырдочка. И как спуститься? Ори слишком жирная. Я думала, это мальчик. Уже не влазит. Куда обратно? А, думаете, что оттуда будет выход? Ах, куда войти? Блин, я такие страшные удары делаю. Не понимаю... Надо в шахту. Кирка, уголь, палка, факел. Освещаем шахту. К сожалению, здесь не так оно работает. Я не понимаю, как туда пробраться. Висит груша, груша нельзя скушать. Как? Как? Ай. Плохие шипы. Ай, я, блин. Да что такое-то? Обратно через тьму? Куда? Тут озерцо, тут явно просто какая-то вкусняшка. Мы взяли два ключа, мы открыли дверь. Мы должны продвинуться. Почему я не могу тут пройти? Мы все сделали как надо. Если я смогла добраться до ключей... Значит, я должна и дальше пройти? Это ж логично, нет?
Что я не улавливаю? Стенка справа. Нет. Нет, я явно... Ты говорила, что во тьму не пойдешь. Еще раз. Мы вот тут все обошли. Я говорила, что не пойду сюда за вкусняшками. Вот, мы открыли врата, значит, мы должны пройти дальше. Но я не понимаю, как. Здрасте, приехали, называется. Здравствуй, Ван Экс. Ключи нашла? А как вот это сделать, не нашла. Отлично. Возвращаемся. А что делать? Я не понимаю. Я вообще не понимаю. Вот тут тьма есть. А-а-а! Мы включили тут свет. Ай! Теперь у меня есть две точки, где я могу повисеть на свету, да? А-а-а, все. Флешка не догадистая. Нет, нет, нет. Флешка не догадалась. А-а, не догадалась. Здравствуй, Филин. Здрасте, так и приехали. Точно. Вот оно что. Нужно было просто обойти. А мы сделали не проход, а просто дырочку для света. Ай. Много-много этих. Так. Ну. Вот, и вкусняшку заберем. Спасибо, комарики. А там комарики на воздушном шарике. Да? Как там было? А, паук. Паук убил комара. Ну, как бы, что, собственно, и логично. Что очень даже логично. Вот, смотрите, какое мы отличное местечко открыли. Сколько здесь всего. Где мой навык? Я хочу нести свет. Так, тут что-то явно происходит. Дай мне энергии. Тут можно распрыгаться, да? Или нет? Нет! Я даже не понимаю, в какую сторону. Потому что вариантов у нас несколько. Да я хочу забрать энергию, пожалуйста. Ори, непослушная животинка. Вот, спасибо. Можно вниз упасть, можно... В смысле? За мной этот свет не потянулся совсем ни чуть-чуть. А почему? Я же должна. Так. Не понимаю, куда я иду, но я куда-то иду. Мне срочно нужен навык. Навык. Ай-яй-яй-яй-яй. И куда меня откинуло? Ну, хотя бы не так сильно далеко. Ай, больно. Ваши шипы вообще больно. Если вдруг вы не знали. А, нет.
Мне явно нужно наверх. Давай, свет! Палочка! Эй! Палочка, короче, меня подвела. Да запрыгивай ты! Не с той стороны. Вот, вот с этой, спасибо. Вот, ай, так, больно. Но, ай, нет, спустись, тут светло. Да мелочь ты противная. Тут нормально стоять? Нормально. О, там светящийся этот алтарь. Там можно сохраниться. Музыка такая, как будто меня уже отпевают. Свет. Фу. Это жесть. Это жесть просто. Я вижу светлячка. В принципе, я бы могла в него выстрелить, да, и тогда за ним следовать. Давайте возьмем навык стрельбы на бэшечку. И куда ты меня поведешь? Пошли. К вкусняхам. И обратно ты меня вывел. Ай, поспеши за мной. Поспеши за мной. Ай, больно. Свет. А ты куда? Ты сюда пойдешь. Отстань ты. Та-та-та-та. Капец, все. Минус. Минус флешка. Минус. Ай! Дружище! Я поняла, тут еще один. Ай. И куда дальше? Ты будешь тут просто кружить, да? Тут второй ключ. Да, я поняла. Хорошо, спасибо. И возвращаемся к воротам, да? Но я видела там ячейку жизни еще. Нет, нет, нет. Вот тут. Не, с ключами у меня вообще нет проблем. Но вот с этой темнотой у меня огромные проблемы, ребята. Дайте мне навык, пожалуйста. Ай, нету сил это терпеть. Больно, капец. Так, нет. Ай. 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 А как дальше-то? Эй, светлячок! Нет, пожалуйста! Светлячок! Не оставляй меня! Нет! Пожалуйста! Меня покинул! Ай! Нет! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Нет! Пожалуйста! Где светлячок? Светлячок, долетай до сюда! Пожалуйста! Тут свет! 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 Я вижу свет! А он долетит вообще сюда или нет? Или можно не ждать уже? Дружище! Ну все! Черт! Пожалуйста, можно побыстрее со мной тут? Ай! 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 Так, мне нужно вот сюда запрыгнуть. Да, спасибо, хорошо. Ты за мной тоже идешь? Блин. И как? Как там?
Ну, видимо, как-то. Видимо, как-то надо было. Но я не смогла. К чему я вообще двигаюсь? Это очень хороший вопрос. А. Эй, эй. Так, 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 свет, 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 это хорошо. А куда дальше? Видимо, палочку нужно призвать и на ней повисеть. А потом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, не получилось. Куда дальше-то идти? Попрыгать. Там светлячок есть в ту сторону. А, нет. Ну шипыжишь, Ори. Серьезно. Все шипы я собираюсь собрать. Музыка готовится, они что-то знают. Да вообще. Так. Тут светло, кстати. Я не знаю, мне наверху просто вкусняшка. Давайте просто будем двигаться в... Для меня это вправо. Давайте просто будем двигаться вправо. Вот. И когда у нас будет навык, тогда займемся вкусняшками. Потому что сейчас я не знаю. А мне вообще дадут навык? Это очень хороший вопрос. Мне дадут навык или нет? Или когда я найду этого светлячка, который светится... Ну, это дух, огонек. Смогу ли я светить вокруг себя? Левое, право? Нет, право и лево. Туда, вот туда, туда. Я не успела. Я поняла. Знаете, эти стадии Ори. Я не успела. Теперь уже я поняла. Хорошо. Да прыгай давай. Ай. Ну, я поняла, но это не значит, что у меня получится. То, что я поняла, да, это еще не гарантия, что у меня получится. Но это уже хоть что-то. Да. Я не знаю, как там допрыгнуть доверху. Ну и как я это должна была сделать? Я не допрыгиваю до него. А нет, нет, пожалуйста. О, давай, на светлое место. Фух. Ну хоть кусочек продвинулись, ну хоть кусочек. Здравствуй, фараон. Дадут фонарик, это прекрасно. Так, тут светло, тут светло. Тут... А, смотрите, тут светло. Офигеть. Здравствуйте. Твари злые. А тут темно. И нам, конечно же, туда, где темно. То есть, ну, как бы, какому нормальному Ори понадобится место, в котором светло, правда? Обязательно нужно переться туда, где темно, где шипы, где все хочет убить. Тут не надо было этих уничтожать. Можно было на них прокатиться. И куда дальше? А, нет, надо было на висюлечке снизу висеть. Флешка. О, здравствуйте. Я тут хотела... Ну, не это хотела. Вот, я вот хотела как-то так, вот так, вот так, да, спасибо. О, а там есть светлячок. Нет, а можно от вас отпрыгнуть, наверное?
И тут светлое место какое-то. А куда ты пойдешь дальше? Зачем я сюда иду, я не знаю. Но если он меня ведет, значит, на это есть какая-то причина. Что, спускаемся уже, да? Хорошо. О, дерево! Дерево есть! Наконец-то! Контроллер, прекрати. Я понимаю, что ты уже очень рад. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке X, Y или B. Удерживая ЛТ, так вы начнете светиться и наносить врагам урон. О, а энергия при этом истощается. Час спустя у нас дерево. Час спустя у нас кусок вообще пройденной локации. Ой. Прям огромной локации. Воистину огромной. Так, значит что? Нам нужно взять свечение сюда. Насколько долго я свечусь? Скажите мне, пожалуйста, насколько долго я свечусь? Я ж не бесконечно свечусь, правда? Или бесконечно? Если бесконечно, то это прекрасно. А, выключай свет, если не нужно использовать, он жрет энергию. Все, я поняла, да. Ну, энергии у меня много, да? И это хорошо. Это было напряженно. Мне прям даже ручкам нужно дать отдохнуть, потому что это было напряженно. Нажала на это. Не-не-не, мы на контроллере. Просто час такой напряженки, ряженки, капец. Я могу, в принципе, вот тут вот так вот сделать. И вернуться на свет. А тут попробовать об этих восстановить себе не. А вы что-то хоть что-то дропаете вообще, ребята? Или нет? Или только гнездо дропает? Только гнездо дропает, причем фигню. Я думала, ты энергию мне дропнешь. Так, тут свет есть. Куда мне дальше надо? Наверное, вниз. Выглядит как будто вниз. Но это не точно. Нам еще обязательно вот сюда куда-то нужно. Но здесь вниз выглядит интересно. Там светяшка. Получили новый осколок духа. Чем больше у вас духовного света, тем больше урона вы наносите. Вот. Ай! Ай! Это я зря. Эй! Ну! Флешка сама убилась. А навык-то я получила или нет? Нужно теперь возвращаться за ним, да? Здравствуйте, Glasscraft 87. Ух. А, Б. Потому что я не сильна в этом. Ой.
Вот. Б. Выключить. Не знаю, сколько у меня энергии этой хватит, но... Опа-опа. Ой, там кто-то ходит. Здравствуй, дружище. Выключить. Эй, привет. Жутковато здесь, а? Или только мне так кажется? С одной стороны, тьма из-за упадка опустилась довольно жуткая, а с другой, лучше уж тьма, чем то, что в ней сокрыто. Кстати, ты здесь не желаешь приобрести карту? Конечно, желаю. Айшнак. Благодарю. Давай карту. Давай бегом. Бегом мне так. Карту давай. Вот, теперь мы будем видеть все точечки, куда мы с вами не заходили. А что с... А, синеньким светится мой курсор. Логично. Мы, в принципе, можем сюда перенестись и двигаться в эту сторону. Или... Да, можем сюда двигаться. Мы можем туда перенестись, кстати, и восстановить себе точно так и сделаю, потому что я потратила всю энергию. И сейчас мы на колодце восстановимся и пойдем в ту сторону. Восстановиться. Все? У меня теперь полная... у меня все полное. Отлично. И я теперь могу спокойно эту штуку включить. И прыгать сюда. А, может она сюда прыгать? Да не можешь ты сюда прыгать. Потому что что? Потому что там проход закрыт. Вот это поворот. Видимо, нам нужно через низ пойти. У нас есть нижний проход. Вот, по большому счету, можно было бы этого взять... Но мы не будем. Это не туда. Блин. Не туда. Не туда спустилась. Обратно. Не хочу отсюда выпрыгивать. Лучше обратно. Видимо, проход должен быть не этот прыжок, а еще чуть-чуть дальше пропрыгать. Окей. Ой. Еще ниже. Еще ниже. Вот сюда. Тут тоже закрыто. То есть... А, нет, нет, нет! Тут нет ничего светящегося. Что ты выключаешь-то? Пойдешь сюда, да? Ну, давай, мы отключимся. Да, наверх нужно там. Я пойду сюда. Я пойду сюда. Я вообще не понимаю, куда мне надо, но я пойду. Ай, я умру. Дай жизни. Дай жизни, пожалуйста, чуть-чуть. А дальше? Дальше сюда. Хорошо. Да. И куда дальше? Сюда дальше. Окей. На стеночку предлагаете? Стеночка не бубо. Ай. Отдохнуть. Тут светится. Отдохнуть немножечко и подумать. Подумать. Нам нужно наверх, либо же еще разведать этот коридор. У тебя место для осколка освободилось. С чего вы взяли? Я поставила осколок.
Я поставила. Восстановление жизни не тратит ману? Тратит. Что здесь происходит? Зачем мне сюда вообще надо было? Тут какой-то интересный коридор. Ага, я что-то... Я нашла загадочное семя. А вот здесь теперь можно... А, Б, свет. Мне нужно, знаете, что сделать? Мне нужно на какую кнопку? На Y. На Y назначить молот. Чтобы здесь сделать себе проход быстрый. И вернуть на Y исцеление. Давай, поднимайся. Ай, больно, больно. Вареньки. И с этим справились? А отсюда нам нужно наверх. Каким макаром отсюда наверх? Я понятия не имею. Видите, целый шарик сожрало энергии. Нам нужно отсюда наверх. Ага. Ай. Видимо, отсюда. Вот так. А, да, Ори, пожалуйста. Так, дальше. Дальше еще выше. Но непонятно как. Видимо. А, нет. Вот так вот. Тут можно уже выключить? Можно выключить. Вот мы и добрались сюда наверх. Энергию бы, конечно, восстановить было шикардосненько. Так. Что, вниз? Нет, не вниз. Я уже прям боюсь куда-то падать. Так, мы идем медленнее. Ой, сейчас что-то будет. Ой, что-то... Ой, пауки. Просто ужасно. Все, господи, не надо. Даже не на пауку похоже, на клещей. Ваня, что ты творишь? Ваня, уйди! Не надо! Ну, не надо! И что теперь? Мне что, с боссом драться каким-то, да? Вы серьезно? Вот мне, с боссом. Больно-то как? А куда бить? А куда бить? О, нет, нет, нет. Капец, как больно. Сломала мое укрытие. Не знаю, почему я к ней в жен... Она что, восстанавливает ХП себе, что ли? Больно, больно, больно. Не надо, пожалуйста, не надо. Так. Ай. Паучки маленькие. Ах, вы ж твари. Ой-ой-ой-ой-ой. В смысле, она меня что, прибила, что ли? Она меня прибила. Где я вообще?
Так, когда она делает туп, нельзя опускаться на землю. Нет, нет, нет. Я не опустилась. Там какая-то штучка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, как же тобой драться-то? Нет, 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 нет. Где я? Где я? Где я? Мало слов, но как бы вообще не способствует разговорам. Это битва. Господи, как страшно. Уйди. Так, хиляться. Не-н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 е, пожалуйста, не надо. Ой, так ты, ты злая-то какая. О! В смысле? Не-не-не-не-не. Я больше удираю, чем с ней дерусь. А нет. Нет, 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 нет. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, 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 нет. Где я вообще? Флешка потерялась, ребят. Флешка потерялась, капец, как потерялась. Я даже потеряла то место, где я потерялась. Господи, а как с тобой драться? В смысле, попробуй вспышку. У меня земля из-под ног. Разве выделение не озвучивает текст? Нет, это не дефолтная функция, отвечаю. Нет, это ребята себе такое делают. Попробуй вспышку. У меня ушла земля из-под ног. А что дальше, собственно? Мне прыгать по этим висюлечкам? По каким висюлечкам? Я не поняла, по каким висюлечкам там прыгать. Ай. Вот, у меня есть... Какая? Так. Так. Вот сюда вверх. Ах ты ж тварь. Ах ты ж страшная. Ах ты ж страшная тваренька. Нет, не успела. А, капец. Так, не здесь. Хорошо, я поняла. Давай, опускай. Опять эти штуки на время. Здрасте, приехали, как говорится. Нет, нет, нет. Ай, больно, больно. Ух, дай бог, чтобы мы за этот час это прошли, ребята. Она меня откинула просто в сторону. То есть мне не нужно ее убить? Мне нужно от нее убежать все-таки? Я думала, ее убить нужно будет. Мне вообще в эту палку или нет? Давай. Давай. Оречка, Оречка маленький. Ну что ты, ну что ж ты? Здравствуйте, хариот. Видите, мне тут больно бьют, капец. Смерти моей хотят, что ли? Ишь, а?
А, то есть это единственный вариант. Даже при видимости, что можно куда-то пойти не в бревно, все равно нужно идти в бревно. Хорошо, в бревно так в бревно. Страшная тварь сожрала меня опять. Ручки вспотели, пальчики болят. Прекрасная игра. 10 из 10 сломанных контроллеров. Хоть штанишки сухие, это уж хорошо. Ты интересный босс. Нет, не интересно. Я поспешу с вами не согласиться. Поспешу не согласиться. Секунду. За спам не забанят. Ну, ты ж не спамишь. Ты просто ведешь статистику сегодняшнего стрима. Фух. Злостный монстр. Но лучше уже монстр, который мы знаем, что его нужно пройти, чем вот такая непонятка, куда идти. Вот. Лучше уж так, чем без этого. Но я так понимаю, что мы здесь светлячка освободим. Поэтому игра стоит свеч. Страшно, больно, но стоит, видимо. Давай. Я не знаю, может, я как-то могу быстрее двигаться, но я пока что не сообразила, как я могу это быстрее делать. Давай! Эй! Я же ж нажала! Блин. Там, видите, есть еще какие-то проходики. Я вот думала, может, есть какой-то альтернативный путь, но я его не вижу пока что. Давай, ну! Я вижу, что на верхнем появляется стрелочка. Я жму кнопку, но она не притягивается. Это интересный пост, потом поймешь, о чем я. Что-то мне уже не нравится. Возможно, клей мешает. А она клей на меня бросает, что ли? Битва! Пожалуйста, только не битва. Блин, это уйди ты. Не-не-не-не. Как вы и мне говорили, со светом я наношу больше урона. Спасибо. Ты что творишь-то? Существо. А сверху? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, не надо? Не-не-не-не, пожалуйста, не надо. Ха-ха-ха.
Какая ты злая! Не-не-не. Я хочу похиляться, пожалуйста, можно? Я это сделала. Я это сделала. Я слишком стара для этого. Честно. Я немножко старовата для этой фигни. Но мы с вами освободили. Освободили же? Боже, перестаньте ползать. Я от ваших лапок просто триггерюсь. Новый мировой рекорд 30... Нет, это явно не мировой рекорд. И я могу лучше, я могу больше смертей. А теперь она подобрела. Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо тебе, дух. Теперь я свободна от оков искажения, что не давали мне что-то там. Все-таки это она. Все-таки я ее не зря... Теперь тьма уйдет из этих недр. То есть теперь здесь будет вообще везде светло. Для равновесия всем нам нужен свет. Даже тем, кто живет во тьме. Давай, включи уже рубильник. Ух, жесть. Пальчики болят, ручки болят. Сердце колотится, капец. Если он не воссоединится, то вскоре угаснет навек. Но мы первый огонек нашли. Судьба, что постигла заросший недра, ждет весь Нивен. Ну, я не успею прочитать. Упадок нарастает, но благодаря тебе мы обрели надежду. Отыщи остальные огоньки. Да этими пытаюсь заняться. Отпусти меня, женщина. Страшно у тебя тут, капец. Даже при том, что мы с тобой как бы помирились... Вот. Максимальный запас жизни и энергии возрос. И мы одолели Мору. Ты страшная. Ты капец какая страшная. Ничего личного. Ты прям в таком жутком смысле страшная. Я могу вообще туда вниз спуститься теперь? Меня туда пустят вниз или нет? Давайте возьмем навык вот этот, как был. Нет? А чё, я не могу... А там вкусняшек не было? Нет? Ну, окей. Теперь, значит, везде должно быть светло. Нас окружила тьма. Больше мы ничего окружало. Больше мы ничего не помним. Всегда была лишь тьма и мама. Яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно у нас во тьме? Конечно. Страшно. Еще не будет тут страшно. Значит, жутко, а не страшно. Страшно — это не то слово, ребята. Страшно это я не знаю. А у вас тут жутко. А там вкусняшки внизу. Где вкусняшка? Вкусняшка не здесь. Ай! И не здесь. Можно попробовать. Ай, не на шипы же попробовать. А как туда запрыгнуть? Туда явно можно как-то запрыгнуть. Триггернуть кого-то, чтобы в меня стрельнул или что? От кого? Разбить короткий путь? А где я не разбила? Я не разбила где-то короткий путь? Ну, давайте спустимся вниз. Там кто-то гуляет. Ай, ай, не так. Ай.
Так, тут подъем наверх. Тут понятно, хорошо. Там моль? Там моль сидит? Вы видите это? Видите, что она там делает? Так, я вижу вкусняшку, но не сильно понимаю, как туда... Дорога от паучихи к колодцу. А зачем? А мы будем к ней возвращаться? Шипы. Знаете, что можно сделать? Вот так вот можно сделать. Хорошо, а дальше что? Дальше на стенку. Окей. Вот. Вот. Окей, окей. С этим разобрались. Так, тут у нас дружочек сидит. А сверху... ячейка жизни. Давай. Ну, стреляй. Я надеюсь, от тебя можно отпрыгнуть или нет? От тебя должно быть. А? Ну. Блин. Дружище. Вот. Ну вот, нужно как-то кооперироваться. Мы дошли еще одну ячейку жизни. Точнее, половинку ячейки жизни. Хорошо. Есть у нас еще серая часть вот здесь, здесь, вот здесь непонятно. Все, пошли обыскивать. Пошли. Нам нужны все вкусняхи этого места. Ай! Вкусняхи, я сказала, а не яд. Да, вот там вот наверх нужно будет. Ну, возможно, нам от нее нужно было здесь отпрыгивать. Нет, здесь нужно вверх отпрыгивать. Так, наверх, наверх, вот сюда. А, шипы, окей. Поняла, приняла. Ай, еще шипы. А зачем этот путь? Это просто какой-то короткий путь? Да, это, видимо, просто какой-то короткий путь. Хорошо, значит, она нам просто вниз. Вниз просто в сторону. Окей. Здесь больно? Нет, не сильно больно. Бывало и больнее. А что там в сторонке? Опа, опа. А что это тут сидит? Горликовая руда, отлично. И сколько у нас уже ее? А ну покажи мне, сколько у нас руды. Руды у нас... Не вижу где. Не вижу где вообще. Вижу, что мы 19.40 собрали, а сколько у нас сейчас, не понимаю. Зато у нас семечко есть. Семечко — это замечательно. Семечку мы посадим, и у нас что-то будет новое на базе расти. А тут еще какая-то вот вмятинка. А ну давайте в эту вмятинку. Что за вмятинка? А! Там что-то в этой вмятинке есть. А, это кусочек гонки. Ну, это мне не сильно интересно. О, вот. Есть. Есть. И ячейка жизни. Хорошо. Смотрите, здесь еще серый кусок. И здесь такая пимпочка серая. Столько всего серого. Вот тут вот. Хорошо, что я тогда в темноте не концентрировалась на эти штуки, потому что я бы просто страдала там без меры. Вот. А, тут какой-то быстрый путь. И его нужно конкретно с этой стороны и разбивать. Отлично, отлично. И вот там какая-то весюлечка такая получилась. Такая. С гагулинка. Вот туда можно сходить. Стример страдает, стрим удался. Нет, я сегодня порядочно пострадала. Как бы стримили бы на Ютубе, я уже бы каких-то пару лайков попросила. А так на Твиче, видите?
Халявные страдания стримера на Твиче. Ну не надо, ну что ты плюешься? Ну, вроде хорошо сидели. Начинается вот это вот все. Давай, взрывайся и вкусняшки мне дай. Отлично. Как туда забраться? Ай. Вот как-то так, да. Ясно, ясно, что не ясно. Ну, вот это хорошо было. А вот это было хорошо. Это было прям отлично. И теперь отсюда. Вот так мы сюда доберемся. И мы опять открыли часть гонки. Зачем я сюда шла? Так, запись будет на Ютубе, можно и попросить. Точно. Кто смотрит записи, с вас лайки. Стример настрадался просто порядочно. По полной программе, так сказать. Пошли отсюда, нам сюда не нужно. Так, тут мы тоже все собрали. Сюда нам тоже не нужно. Ой, шипы. Ой, опять шипы. Куда нам отсюда? Отсюда нам вот в эту большую часть, где куча всего вкусненького выглядит. Так. Ай. Я, конечно, так не планировала, но окей. Есть. Привет. Ты светишься? Ты что, дух? Я ловила светлячков, но они все время от меня улетают. Вот бы посадить их куда-нибудь. Тебе нужна какая-то баночка, да? О, от свечек тоже можно прыгать. Лялочка. Так, а здесь у нас быстрый путь. Понятно. Значит, вот так вот по короткому пути пройти нельзя. Не рисовали бы вот это вот все, если бы можно было просто напрямик пройти. Поняла. Что, вода? Ай. Так. Сколько всего? Ага. Это уже не вода. Хорошо. Да отстань ты. Только не говорите, что мне при... Ой! Что оно тут вытворяло? Вы это видели? Существо просто. Фрагмент ячейки энергии, а не жизни. Вы заметили, сколько у меня уже хпшечки? Уже скоро за камеру будет подлезать. А, у меня два комплекта по 5, а второй всего лишь на 4. А энергии два комплекта по 5 и двоечка. Так, нужно зажать А, чтобы плыть быстрее. Спасибо. Так, тут можно подышать, хотя мне не особо нужно подышать. Кто сюда добирается до этого, я не знаю. Так, тут есть что-то. Рычажок. Рычажок, это я люблю. И тут мы открыли проходик. Отлично. Супер. А там у нас место интереса. Там опять будет битва. Короче, начинали стрим с битвы. И заканчивать стрим тоже будем битвой. Тут подышать не надо. Спасибо. Колючка, колючка, колючка. Поняла. Сюда. А отсюда
сюда. Вот. Сразу разбить эту радость, отхиляться. И можно приступать как бы к моба-избиению. Здравствуй, Ваня! Ваня! Ваня, тут такой был Ваня, точнее, она Ваня. Она была такая огромная, страшная, просто ужасная, но мы ее спасли. Я пыталась ее убить, но почему-то получилось спасти. Так, здесь нет секреток, вкусняшек, нет, вроде бы ничего нету. Так что давайте начнем. Не ожидал в Дискорде Вани увидеть, что кто-то стримит Ори. Спасибо, Ваня, за это. Ну. Спускайся. Вот так вот. Ушла. Ух ты. Ребзи, а ты вообще законно вот так вот стрелять? Вы эти снаряды вообще видели? С ума посходили все. А если верну? А если верну, то уже сразу не нравится. Поняли? Ну, эй! Притягивайся хоть к кому-то. Давай. Ай! Думаете, что вы там висите, вас никто не достанет, да? А я достану. Так, следующий забег. У нас тут вся локация, короче, в паучьей теме. Ей! Ну, видите, кнопки вспомнила. И эта боевочка уже прошла намного успешней. Ух. Не хочу я входить в боевое святилище, спасибо. Спасибо, мне и одного раза хватило. У нас есть еще одна ячеечка. И насколько я поняла, это уже последняя. А, самый попобольный. Очень было страшно. Очень было больно. Так. Вы наносите врагам 50% от полученного урона в ближнем бою. Ну, давайте. Какие виспы уже собраны? Только света. Только света мы собрали. Ну, в принципе, ребят. Капец, как утомил этот. Что у нас есть? У нас есть свет. Мы можем сейчас отправить... А, тут еще вот интересная точка. Давайте, короче, на фонарь прыгаем. И еще вот это пощупаем, а потом пойдем пощупаем нашу шахту. Глаза, а не свет. Да, это визг глаза. Короче, пощупаем шахту, прокачаем навыки, посадим семечку. Короче, у нас дело не в проворот. Значит, пошли что? Пошли сюда. Тут поверху нам будет быстрее. Короче, в этой локации пощупаем все, что можно добраться. Пока что нету никаких точек, которые я в принципе не могу достать. Вроде бы все секретки в этой локации мы собрали. Чтоб уже не возвращаться в это паучье страшное логово. Так. Конечно, на шипы. Дальше сюда. Здравствуйте. Зачем я их бью? Да потому что денежка.
Эй, ну, пожалуйста, наводись на него. Почему ты наводишься постоянно на эту всплывающую штучку? Постоянно на всплывающую штучку наводится. Ну, капец какой-то. Куда нам вот в эту загогулину? Пошли. Ой. Смотрю на чатик, иду прям в лоб на монстров. Ой. Ты прям в меня. А молотом по попе? Непослушный жучок. Молотом по попе. Ух ты. Всех размотало. 2000 насобирали. А начинали у нас было 500-очка. Вообще нормально насобирали. Вот. И сюда. Сохранялочка прошла. Это замечательно. И там у нас какое-то интересное местечко должно быть. Ну, по крайней мере, побьем монстров. А, это я его откинула. Я думала, я себя откинула. И слежу так за этим, куда оно полетело. А, так. Вам по первое число. А, здесь водичка. Здесь водичка, поэтому я не ныряла. Ну, пошли в водичку. Водичка тут не страшная. Дышать мы можем. Монстры тоже не сильно заковыристые. Ай. А что тут? Нет, ничего там. Я думала, там что-то еще вниз можно. Но все равно водичка такая мутная. Так, здесь что? Сюда надо. И зачем? А чем я бью их? А, я половину урона им возвращаю. Да я так скорее сама убьюсь, чем их убью. Нет, флешка, это не вариант. Не вариант. Но мне было интересно понять, что же происходит. Так, тут у нас... Да, фрагмент ячейки энергии. Это замечательно. Как оказалось... Ой. Энергия тут ценнейший ресурс. Эй, ну не туда, Ори, пожалуйста. Вот. И тут мы пробиваем быстрый проход. Хорошо, что здесь? А здесь ничего. Окей. Окей. Значит, мы что? Мы сделали полностью это паучье логово. Вот здесь еще какая-то вкусняшка есть. Но там она прям под самым потолком, я даже не знаю, что это и куда это. А еще мы разбудили медведя. Но там какие-то такие витюльки замерзшие висят. Я не понимаю, как по ним двигаться. Возможно, я по ним и могу двигаться, но я еще не сообразила, как. Так, нам нужно в деревню. Нам нужно в деревню. И посадить семечку в первую очередь. Гонки тоже в процент считаются. Ну, я говорила, что я не по гоночкам. Нет. Вот убедите меня, что такого вкусного мне дадут за гоночки? Я так стрессую на этих быстрых штуках, что просто капец. Я не знаю, что там должны давать в награду, чтобы я прям такая... О, да! Мне явно это нужно. Я не знаю, что мы посадили. Но я теперь бегаю, видите? И какие-то штучки разрушаю, и у меня... Денюжка мне капает. Привет! 1000 золотых. Фигня. Как успехи, дух? Получилось найти семена? Да. Мы нашли счастье светлячков. Из-за упадка дни становятся все короче, и ловцы света никак не могут наполнить свои луковички. И... Тогда приступим. Давай. Ачивку за 100% игры. Ну, Ори я на ачивки не прохожу, потому что здесь есть ачивки, которые я объективно никогда не смогу получить. Там пройти что-то без смертей или еще что-то там на скорость. Нет, это точно не моего типа ачивки. Руды у нас мало. Хотелось бы побольше руды. Ага, появляются вот эти светлячки,
и мы сможем продвигаться в новые какие-то части нашего этого. Тебе доводилось видеть светлячков? Это просто потрясающие создания, и они обожают ловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. Ты хочешь еще? Нет, больше ничего нет. Спасибо. Да, без смертей тоже не... Без урона так подал. Вообще, без урона. Да все шипы это мои. Как бы... Все шипы в игре это мое. Смотрите, у нас в локации нашей, вот здесь вообще еще темная зона, и тут кто-то светится. А как я попадала в шахту, это для меня огромная тайна. Я не знаю, где шахта. Ой, не так. Ори. Нет, вот так, пожалуйста. Тут этот картограф сидит. Видите, какие-то цветочки постоянно собираю. И в меня влетает денежка. Ну, не падать. Мы туда ходили. Я бы хотела в эту сторону пойти. Ай. С шишек падает денежка. Это хорошо. Это что? Авантюра. Вы получили новый осколок духов. С ним враги станут более живучими и будут наносить больше урона. Зато вы сможете получать за них больше духовного света. Спасибо. Не надо. Мне кажется, что такая цена за сокровище это явно не мой вариант. И что? И что дальше? И... Ну, окей. А, вот ради этого. Так я могла сюда пешком зайти? Непонятно. Где шахта? Вот. Паучка? Пошли. Паучка. На босса такое поставить. С ума сошли, что ли? Пошли посмотрим, что такое паучка. И пойдем поищем шахту. Как интересно. Под горликом шахта, да? Ой, а что меня ударило? А где она? А, вот она. Здравствуй, паучок. Это место для нас больше похоже на дом, чем что-либо в этих полях. Окей. А что деретесь? А давайте попробуем... Хотя зачем? Окей, паучок так паучок. Говорите под горликом. Но я еще хочу с этим поторговать. Я хочу улучшение. Что бы я хотела улучшить? Вы наносите и получаете на 15% больше урона. А в чем смысл? Я этим и не пользуюсь. Вы наносите... больше урона, когда у вас есть духовный свет. А вот это мне нравится. А вот это мне нравится. Обычно к середине стрима у меня уже 1002. Благодарю за финансовый... Я еще хочу посмотреть на осколки. Покажи мне осколки. Искусство боя. Шанс нанести 50% урона. Окей, это что? Сверхзаряд. Снижает затраты энергии на 50%. Но вы получаете на 100... Нет... Вы получаете из врагов на 2 сферы духовного света больше. Это я возьму, потом нужно будет заменить в какую-то. А в принципе для ачивки нужно все собрать, да? Давайте купим это. То, что я его куплю, не значит, что я его буду использовать. Вот, все. Отсюда мы уже все купили. А...
А с улучшением? С улучшением у меня еще 500. Ну, давайте вот это возьмем. Все, денежку все потратили. И пошли, говорите, возле горлика. А, вот здесь вниз. Да? Вот это шахта. Значит, нам нужно взять и выбрать свет на бэшечку. Или теперь здесь светло? А, теперь здесь светло. Так, это не то. Это не шахта. Или ш... Нет, это не шахта, ребят. Это не шахта. Где возле горлика? А, войти сюда нужно. Флешка. Хороший вопрос, зачем я здесь? И есть ли здесь карта? Карты здесь нет, конечно же. Места подышать есть, а места, где возобновить энергию, я что-то не вижу. Ух ты, желудь. Желудь в форме сердечка. Вы нашли новый предмет для задания. Этот желудь когда-то подари... Или робкому Моке. Ай, а почему мое Б выключилось? И зачем я это сделала? То есть наш этот желудек не сохранился, да? Почему у нас... Ай, выключился свет. Он не мог весь истощиться так быстро. Пошли, заберем этот желудь. Так, я стою возле лампочек. Можно отхиляться. Можно включить свет. И вот здесь есть еще энергия. Куда меня это вынесет? И что? Или мне теперь просто выйти нужно отсюда, да? Но это не вся шахта. Это ему отдать нужно или нет? Это он, мой желудь. Ей, больше никогда его из рук не выпущу. Хорошо, а что ты мне дашь? Ты мне... О, 500-очку. Это ты вообще щедр. Зато мы задание выполнили отлично. Есть ли что-то еще вкусненькое в шахте этой? Как думаете? Значит, что? Тут у нас водичка. В водичке поплыли быстренько. На быстренько это на А. Пошли. Пошли разведывать, что здесь еще есть. Мы пошли туда, наверх. Но здесь ничего нет. Это все, что здесь было? Это не интересно. Ребят, ну это не прикольно. В смысле это все, что здесь было? А, я хотела разбить там... Все, я поняла, куда я дела свой свет. То есть это все, что нам нужно было в шахте. Окей. Окей. Поняла, приняла. Все отлично. Супер. А с тобой еще поговорить? Привет.
А ты пауков боишься? Я вот ни разу их не видел, но как только увижу, сразу забоюсь. Говорят, пауки водятся в заросших недрах. Их там много. Хорошо, что их оттуда не выпускает каменный хранитель. У вас прям в деревне есть один. Супер, ребятки, супер. Мы нашли огонек, мы зачистили полностью локацию, посадили новое семечко, выкупили все улучшения у этого красавца, нужно будет еще все осколки выкупить. В общем, сделали много-много-много всего. Что делать в следующий раз, я не знаю. Я все еще не понимаю, что мне делать. Мне идти в этот песчаный биом и что-то здесь еще страдать. Но здесь есть буквально две точечки серых, которые можно попробовать. Еще вот это что-то есть. Что это такое? Фрагмент ячейки. А, денежка, фрагмент ячейки. То есть можно там еще пострадать. Но это уже, наверное, в следующий раз. Фух. Так, на всякий пожарный еще раз сохранюсь. Песчаный в конце надо. О, отлично. Значит, что? Значит, мы сделали вот эту локацию. А где здесь этот огонечек? Я даже не знаю. С горликом поговорим? А давайте поговорим. Подумать только, дух в твоих руках. В твои руки попал еще один огонек света. Старые ивы. Огоньки и духи бродят по Невену бок о бок. Не думал, что доживу до этого дня. Мир хорошеет на глазах. Я сейчас не только о родниковых полях. Будь у меня... Да, будь у меня руда. А что ты можешь сделать? Мне нужно 6 или 10. У меня всего лишь 3. Далеко на восток, это налево. Вот сюда? А как туда пройти? Ну, то есть я вижу одни тупики. Я не понимаю, как туда пробраться. Понимаете? Понимаете? Как бы я сама хотела бы сюда. Вот край карты. Но везде, где я вот вижу, везде... Вот здесь не тупик! Здесь не тупик! Смотрите! Ой, все, я забуду до следующего стрима. Вы будете помнить? Вот здесь, где кружочек. Короче, под мельницей, где кружочек. Вот, под мельницей, где кружочек, можно пойти налево. Ой, здесь можно было сходить налево еще. В общем, у нас столько дел. Ой, все. А к медведю потом пойдем. Сходим сюда, потом к медведю, а потом уже песчаный биом, насколько я поняла. Звучит как план? Звучит как план. Я 2 раза игру прошел, я не забуду. Это хороший вопрос, если вы придете еще в следующий четверг. Для всех, кто у нас впервые на стриме, у нас в конце каждого стрима есть 50-минутка, так что если у вас есть какие-то вопросы, можно 5-10 минут позадавать, поотвечать. Вот. А я выйду из игры. Ух, сегодня прям... Потненький забег был. Да, и это, по сути, только... середина игры. Мы где-то на 50%. Ну, по сюжету мы чуть дальше, а по общему контенту на 50%. Фух. И буквально через 10 минут там будет серия по психушке на Ютубе, так что кто следит, то забегайте. Завтра, скорее всего, будет серия по психушке, а Ори выйдет либо в субботу, либо в воскресенье запись стрима. Вот. На неделе мне хочется больше психушку, потому что по выходным вы плохо смотрите, вы Ори и так плохо смотрите, а по выходным и психушку, хотя потом. Кому интересно, тот и потом посмотрит. Вот. Спасибо огромное за советы, за поддержку. Все получилось, прошли замечательно. Я прям очень рада. Вот. Ори прекрасен. Он визуально прекрасен, но местами заставляет пострадать прям капец. Спасибо, Вань. Тебе удачной готовки. Упал сварить великий рыбный суп. Что значит великий? Такой гранд. И тебе, Лапонька, спасибо, что забегала. Вот. Всем отличных выходных, солнечных, ярких и приятных. Вот, на этом все. С вами была Флешка, и всем пока-пока.